Там же нет. Правильно, правильно. А где, куда Кипрянок и куда? Чуть-чуть левее. Угу. Тропа там. А, вот он. Застрял подъемный крутой. А? Просто здесь или куда-то. А вот тут, может быть, там даже или на этот, или на ручей, или может там какая-то избушка. А, понятно. Но это надо и ходить проверять. Ага, ладно. Может быть, там даже изба. Понятно. Фу. Фу. Где, покажи. Вот. Вот он такой растет. Хорошенький такой. Да? Да, такой маленький, красивенький. Пусть растет. Ага, пусть. Пусть. Может, какой-нибудь рыбак, да, найдет его. Все правильно, и берет. Вот иметь хорошая. Тропинка, все хорошо. Иди, иди, больше не хотите идти. Тропинка хорошая, да. Ну, мне нравится. Не то, что мы сейчас шли недавно. Чего? Не то, что мы сейчас шли, там топи такие были вообще. Понятно, понятно. Кочки, топи. А-а-а. Пошли, пошли, грибобас. Думаю, грибы надо приговор. Да грибы не надо смотреть. Какие нет, грибы? Нет, я не собираюсь. Ты три гриба куда тебе дел? А я там выкинул там. Зайчиком скормил? Ну. Тащил их. Почти не знаю сколько там, блин, часов. И скормил зайчиком, да? Ну. О, брусничка цветет. А эти там шею кусают, что за комары. В
по этим корням лучше не ходить. Я один раз по корням этим, ну, ходил, думал, так лучше. Все стопы себе, не знаю, как это выразиться, намял или как. Короче, стопы болели у меня. Лучше стараться по-мягкому наступать. Девочки и мальчики, кто слышал сказку про Машу, как она пирожок кушала и говорила: сяду на пенек и съем пирожок. Вот этот большой пенек.
сейчас покажу вам коралловое озеро. Здесь его получше видать.
посмотрел на камере, заряда осталось на 6 минут. Так что, наверное, съемки похода сейчас закончатся. Так что, дорогие зрители, вот такой поход подходит к концу. Ну, конечно, мы до конца-то еще не дошли. Если хватит зарядки аккумулятора, то вы увидите, как мы прибудем в избушку. Ну, или будем проходить мимо эти избушки. А сейчас идем дальше. Да, всем большое спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк. Не скупитесь на лайки. Поддерживайте наш канал. Поднимайте его в рейтинге, если вам нравится проходы смотреть. Я видел, некоторые ютуберы даже этот следующее видео не выпускают, если, допустим, не будет 2000 лайков. Не знаю, наверное, придется мне к такому же методу прийти. Хотя бы лайками тогда поощряйте нас. Да, Грибобас? Да, правильно. 2000 лайков даешь, ютубчане! Джунглюкер Ютубович! Тони Грибобас Тундрович! Понял, Джон, понял. Окей. Поход для зрителей Ютуба заканчивается. Зарядка садится. Что-то я аккумулятор один пытался все зарядить. И он мне как-то не заряжался. Там регулировал и так, и сяк. Все-таки надо... Еще надо пару аккумуляторов покупать в запас лучше ему. Ну еще тут, конечно, минус то, что если прохладно, батареи быстро заряд теряют. Сейчас у меня, в принципе, вот было на 1:50 съемки, а тут смотрю, вроде поснимал, как мы идем, а уже смотрю, 6 минут осталось. Вот это озеро Окунёво вроде бы. Окунёво, да? Да. А, не, это Чирово озеро. Чирово, да? Чирово, да. А, понятно. Здесь чиры по 11 килограмм бывают. А, чиры по 11? Да. Ну, почти не по чиры, да? Ну, это... Вылавливали тут такого вчера на 11 килограмм. О, отлично. Представляешь, какая там? Да. Поросенок какой. Ну-ка, хорошенькая, не больше была. Ай! Так, Джон, тут переход. Вижу, вижу. Молодец. Ну, тут можно даже вброд перейти, чтобы не это... По бревнам. А я вброд тут переходил, чтобы не упасть. А-а-а. Ну не, смотри, как хочешь. Я-то вброд перейду, а то тут можно подскользнуться. Я тоже вброд перейду. Ой, мамочка. Спасибо, Джон. Ой, я тут утонула. Ой, мама. Там это где начало, что-то как-то засосало меня. Блин. Чокнуто, чуть не набрал воды. А? Узкая, но длинная. Все, пошли. Пошли, да, идем. Идем. Может, наши зрители с нами дойдут до избушки хотя бы. Ага. Еще. Ой. Что с тобой, да?
застрял. Чуть не набрал. Да. Зрители, вы здесь? Грибобас, последние минуты штурмового похода.